Арт-проект «Вечерний Биробиджан» продолжает радовать жителей и гостей города своей развлекательной программой. В эту субботу на площади имени Ленина прошел традиционный концерт выдающихся творческих коллективов. Артисты представили зрителям программу, с которой им предстоит выступить в Китае. В рамках открытия первого сезона фестиваля российско-китайской культуры «Сияние Восточного края» в городе Дзямусы. ЕАО на нем представят участники образцовых театра танца «Сюрприз», эстрадного ансамбля «Us for Us» и ансамбля русской песни «Младушка». Некоторые песни, которые так любят наши соседи из Поднебесной, биробиджанские артисты исполнят на китайском языке. Никита Натапов, Денис Листюхин, новости 21.